Рыжую в Horizon Zero Dawn должна была сыграть Скарлетт Йоханссон, но из-за того, что компания Gorilla не сделала нормальную лицевую анимацию, Скарлетт Йоханссон в итоге сыграла 10-летнюю маленькую девочку вот в этом. А теперь поговорим о серьезных вещах. По сюжету в игре Horizon Zero Dawn вы должны найти свою мать. По сути, это единственная ваша цель за всю игру, то есть больше там делать нечего. Постойте, но ведь это точно такая же история, как и в фильме 2001 года «Искусственный разум». Если вы очень заняты каткой в доту, то вы можете посмотреть краткое прохождение игры, которое для вас нашел. Не знаю. Я спал, потом проснулся. Чудеса. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Мама! Мама! Здравствуй, сыночек. Вы, может быть, спросите, а чем же еще можно заняться в игре, где вы просто должны найти биомассу, которая произвела вас на свет? Что ж, отвечу на ваш вопрос. Вы можете наблюдать за чудаковатой лицевой анимацией персонажей. Вы можете чесать брюшко животным. Вы можете прятаться в кустах. Стрелять из лука. Стрелять из другого лука. Собирать грибы. Кататься на пони. Кататься на олене. Проваливаться в локации. Драться с гениальными боссами, которые не могут обойти столб. Драться с боссами, которые застревают в текстурах. Вы можете делать прыжок веры. Можете пытаться аккуратно спуститься с горы. Можете часто умирать. Вот он, настоящий next-gen. Вы можете делать множество абсолютно бесполезных вещей, которые абсолютно не помогут вам никак пройти игру. С вами был Капитан Шарк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующий раз.